исполнила молодонабыстись песнь кормилова, юдимою грехов Господнего Сосу Божию. Укрепитесь, руки ослабленные, и колено расслабленное учишетесь, и ртите малодушно мыслью, укрепитесь и не бойтесь, и Бог нас что-то сдает, то и придет и спасет нас. Тогда отвердутся чисто слепых, и уж часа глухих услышат, тогда скажется мы, як и лень, и ясен будет язык гнилых, яко прородится в пустыне вода, и дебри земли жаждущей, и будет безводное болото, и в жаждущей земли источник воды будет, там будет истерия птиц во дворе несиренов, и трости болота, там будет путь чисто, путь свят наречется, и не мимо идет там нечист, ниже будет там путь нечистый, растения же пойдут по нему и не заблудят, и не будет там льва, ниже от дверей лютых взлетит лань, ниже обрящется там, но пойдут по нему избавленные и собранные от Господа, и обратятся и придут Сион с истерем радостью, и истерия вечная над главой их, хвала и радование истерия постигнет их, отбежи болезнь, печаль и воздыхание. Пророчество Исаии на чтение. Так и глаголит Господь, жаждущие на воду идите, и лиц снимайте сребра, шедше купите, и едите, и пите без сребра, и цены вино и тук, вскую цените сребро, не в хлебы, и труд ваш, не в сытость. Послушайте меня, и снесте благая, и насладиться во благих душа ваша, внимайте ушима вашима, и последуйте путем моим. Услышите меня, и жива будет во благих душа ваша, и завещаю вам завет вечен, преподобная Давидова верная, все свидетельства во языцах, дах его князя и повелителя во языцах, все языцы, иже не ведях у тебя, призовут тебя, и люди, иже не познаши тебя, к тебе прибегнут, ради Господа твоего и святого Израилева, яко прославив тебя, защите Бога и внегда, вам обрести его призовите, егда боаще приближится вам, да оставит нечестивые пути своя, и муж беззаконный советы своя, и обратиться к Господу Богу вашему, и помилованы будете, яко помногу оставит грехи ваша, не судьбу совести моей, яко же совести ваши, не же яко же пути ваши, пути мои, глаголит Господь, но яко же отстоит небо от земли, так отстоит путь мой от путей ваших, и размышления ваши от мысли моя, яко же боаще снеет дождь или снег с небесе, и не возвратится оттуда, донде же упоет землю, и родит, и прозябнет, и даст семя сеющему, и всесть хлеб снеть, так и будет глагол мой, и же аще изойдет из уст моих, и не обратится ко мне дождь, донде же аще скончает вся, и ликово скотех, и поспешу пути моя, и повеление моя, весельем вы изыдите, и радостью научитесь, горы бы и холмы скочат, ждущий вас в радости, и вся древеса сельная восплещут ветвями, и вместо драча взыдет кипарис, вместо же крапивы взыдет марсина, и будет Господь во имя, и в знамение вечное, и не оскудеет. Пророчество Исаия на чтение. Так глаголит Господь, почерпите воду с весельем от источник спасения, и речей же в день он, исповедайтесь о Господе ли, и призовите имя Его, вознесейся имя Его, пойте имя Господне, яко высокое сотвори, вознеситеся сия по всей земле, радуйтесь и веселитесь, живущие в Сионе, яко возвеселися святые Израилев посреди Его. Прокинен глаз третий, Господь просвещение мое, и Спаситель мой, кого убоюся. Господь просвещение мое, и Спаситель мой, кого убоюся.
святаго апостола Павла чтение. Братья, не хочу вас не видеть, и яко отцы наши все под облаком выше, и все сквозь море пройдоша, и все в моисте крестишася во облаце и в море, и все тожде брашно духовное ядоша, и все тожде пиво духовное пиша, пияку от духовного, последующего камене, камень же век Христос, и Духа Твоему, аллилуйя, 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 глас четвертый. Господень на водах, Бог славы возгремел, Господь на водах. Назарета Галилейская, крестися от Иоаннова и Иордани, и обе восходя от воды, видя разводящиеся небеса и дух эхо голубя, сходящий нань, и глаз бы с небеси, тысячи сын мой возлюбленный, о нем же благоволи. Слава тебе, Господи, слава тебе, миром Господу помолвим тебя, Господи, возьми. Господу помолимся. Мире всего мира, благостояние святых Божиих церквей и соединение всех, Господу помолимся. Освяти в крови всем и с верою благоговением и страхом Божиим ходящих вонь, Господу помолимся. О великом Господине Отце нашим, святейшем Патриархе Кирилле, честнем пресвительстве во Христе диаконстве, по всем пречте и людям Господу помолимся. О благохраними стране нашей, властех и воинстве и я, Господу помолимся. О посовете и покорите поднозе их всякого врага и супостата, Господу помолимся. О миропрестольном граде нашем, всяком граде стране, и верою живущих в них, Господу помолимся. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся. О еже освятитесь Адам сим, силою и действием, и наитием Святаго Духа, Господу помолимся. Еже снисходите на воды сия очистительному присущное Троице действу, Господу помолимся. Еже даровайтесь им благодати избавления и благословения Иорданову силою и действом и наитием Святаго Духа, Господу помолимся. Еже сокрушитесь о сатане под ногами нашего вскоре, не разоритесь всякому совету лукавому движимому наны, Господу помолимся. Якоро Господь Бог измит нас от всякого навета и искушения сопротивника и достойный соделает обещанный благ, Господу помолимся. Еже просветитесь нам просвещением разума и благочестия, наитием Святаго Духа, Господу помолимся. Еже не спасайте Господу Богу благословение Иорданова и освятите воды сия, Господу помолимся. Еже быть и в Одессе освящение дару грехов избавлению, во исцеление души и тела, и на всякую пользу изрядную, Господу помолимся. Во еже быть во действии, приводящей в жизнь вечную, Господу помолимся. Во
еже, не видися сей, одна не всякого навета видимых и невидимых враг, Господу помолимся. Очерпящих и емлющих в освящение домов, Господу помолимся. Еже быть сей в очищении души телес, всем веры, черпающим же и причащающимся от нея, Господу помолимся. Еже сподобитеся нам, исполнитеся освящение вот всех причащением, невидимых явлением Святаго Духа, Господу помолимся. Еже услышите Господу Богу воспаление нас грешных и помилуйте нас, Господу помолимся. Избавиться нам от всех нет скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресвятую Деву Марию, со всеми сильными повинувшись, сами себе и друг друга, и весь живот наш, Христу Богу предадим. Верности, Господи, чудо дела Твоя, и не единожды слово довольно будет в пении чудес Твоих. Верности, Господи, чудо дела Твоя, и не единожды слово довольно будет в пении чудес Твоих. Верности, Господи, чудо дела Твоя, и не единожды слово довольно будет в пении чудес Твоих. Ты бы хотел не отнесущего, я же быть и преды всяческое, и твою державу содержишь и тварь, и твое промысло строишь и мир. Ты о четырех стихий тварь сочинила, четырьми временных круг лета венчал еси. Тебе трепещет умная вся сила, тебе поет солнце, тебе славит луна, тебе присутствуют звезды, тебе слушает свет, тебе трепещет бездна, тебе работают источницы, ты простел еси небо, как воду. Ты утвердилась и землю на водах, ты оградилась и море песком. Ты как дыхание воздух пролиял и сил. Ангельские силы тебе служат, архангельские лица тебе кланяются, многочисленные херувимы, шестоколадные серафимы, окрест стоящий, облетающий, страхом неприступной славы твоя покрывается. Ты бы Бог Сын, неописанный, безначальный же и неизглаголанный, пришел иси на землю, зрак раба приип, подобие человечества быв, не потерпелости, владыка милосердия ради милости твоя. Зрейте от дьявола мучимого рода человечества, но пришел еси и спас еси вас. Исповедуем благодать, проповедуем милость, не таим благодеяние, естества нашего рода освободил еси, действенную осветил еси утробу Рождеством Твоим. Вся тварь воспевает, вся явшегося. Ты бы Бог наш на земле явился еси и с человеком пожил еси. Ты орданские струи осветил еси, с небесений спас славы святаго Твоего Духа, и главы там огнездящихся сокрушился из них. Ты, оба человека, любче царю, приди и ныне найди святаго Твоего Духа и освети воду сию. Ты, оба человека, любче царю, приди и ныне найди святаго Твоего Духа и освети воду сию. Ты, оба человека, любче царю, приди и ныне найди святаго Твоего Духа и освети воду сию. И дашь ей благодать избавления, благословение Иордана, сотвори юнитление источника, освящение дара, грехов разрешения и другого исцеления, демонов всегубительства, сопротивность силы неприступны, ангельские крепости исполнены, да все почерпающие, причащающиеся имеют юг очищения души телес, к исцелению страстей, к освящению домов и ко всякой пользе изрядно. Ты бы, если Бог наш, и животой дух обновивый, обетшавший греховное естество наше, да если Бог наш водою потопил пряной грех, да если Бог наш из моря освободил от работы фараона Моисея рот и рести, ты бы, если Бог наш, разразивый камень пустыни, и потекоши воды, и потопы наводившиеся, и жаждущие люди твои насытили, да если Бог наш из водой огнем, применивый Илью Израиля от прелести вала, сам и ныне владыка освети воду с нее Духом Твоим святым. Сам и ныне владыка освети воду с ее Духом Твоим святым. Сам и ныне владыка освети воду с ее Духом Твоим святым. Даже всем прикасающимся ей, не причащающимся, не мажущимся ею, освящение, здравие, очищение, благословение. Спаси, Господи, помилуй великого господина отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и вся Руси, и сохрани его от всех под кровом в твоем мире,
покорим всякого врага и супостату. Даруй все же ко спасению прошедшей вечно. Да и стихиями, и человеки, и ангелы, видимо и невидимо, славится Твое Пресвятое имя, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Ибо есть и освящение наше, и Тебе славу, и благодарение, и поклонение воссылаем с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аллилуйя, и Дух.
Иоанна нашего ради спасения, Христос истинный Бог наш, молитвен пречистой своей Матери, все святые, помилует и спасет нас, яко благ и человеку любит. Или Бога Господи, нас нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московеция, Российская, Твоя Спасибо, всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с сегодняшним великим праздником, праздником Крещения Господня, праздником Богоявления, когда в мир впервые явилась Святая Троица, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый, и с того самого времени она пребывает вместе с нами. Мы сегодня совершили второе великое освящение воды крещенской. Равной силой обладает и та, и другая вода, так у нас традиции сложились. Помните, что это великая святыня, великая агиасма, относитесь к ней подобающим образом, храните ее в течение всего года дома. Сегодня эту воду можно употреблять и натощак, и натощак, и после еды, как удобно будет, в любое время. Окропляйте ее все свои дома, квартиры, дачи, где кто бывает, машины и так далее. Сегодня все разрешается. Сегодня, несмотря на то, что пятница, скорумный день, последний день святок, и поэтому сегодня пост отменяется. Сейчас, чтобы нам хорошо организовать раздачу воды, все сделали два шага назад, пожалуйста. Народ имеется в виду. Не толкайтесь, вас не так много, за 20 минут все пройдете. Занимайте, пожалуйста, места.
и приступайте к раздаче святой воды. С праздником! Спасибо вас, Владимир Иванович! С праздником!